Блэк, ебани столик сразу. Что это за щит? Щит гвардейца бастиона. Донатный? Трансмог. Ну, да, красивенький. Я еще думал, откуда взять. Под ночную фейку заебись, транс пойдет, нахуй, добря. Mm-hmm. Щит то, что надо. Этот щит, это кирийские щиты на Shadowlands. Есть Ковенант, Кири, вот у них эти щиты. Ну, у тебя транс чисто под ночную эльфийку. Вот она реально заебись. Ты тоже себе транс задонатил. Нормально, светлый. Не, Юля, у тебя уже охуенный шмот. Ну, у тебя уникальный транс, Серега. Ну, розовая. У тебя еще розовая грива какая-то выросла. А тут это, ребят, у кого-то хасподы есть, поменяют на магию. А. Ты вообще крутая, ты 4-4, вообще жесткая. Во, блядь, единственное, у кого 4-4 охуенное, блядь, из паладинов, это только, блядь, у Холика, нахуй. Там говно, рыцарь, говно. Серега, зачем ты себе розовую гриву отрастил? Подождите, прикол, у меня, короче, накопилось жетоны трансмагрификации, или жетон иллюзии, да, называется? Ну. Я себе взял пушку, смотрю, как красиво выглядит, сейчас я вам линкану. Сейчас, секунду, найду ее тут в магазине. Блядь. Ну, древковая, затранс, думаю, просто. Выбор тут большой, короче. Кушайте пока рыбу. А, так, Юль, я, короче, кулаки МП5 ты кашки. Блин, тогда сейчас. Разбавлю уже. Вы сопрот где-нибудь пьете? Нет. Так, я готов, да. Я плюсанул, я пушку ищу, сейчас хотел показать. Короче, такое убожество, просто она больше меня в два раза, короче. Ты про молоток имеешь такой большой? Не, древковая, вот такая помойка, господи, фу. Ты не так линканул. Тебе надо линкануть, ну, типа, саму эту хуйню внутрь. Все, забей, короче, ладно. Я поняла. Ну, я сейчас сам веду, гляну, что сам. Глефа, блядь. О, вон линканула она. А, это синий. Блядь, такая параша, фу. После трэша через СС вы выезжаете или еще? Вы только, да, на говорите, второго. Где, как на вы играете. Не я, типа, где диваны, где что. Здоров. Сейчас сначала налево бежим, Настя диван дает. Если Настя умирает, бьешь ты диван. Сейчас мы пачку трэша заливаем, правильно? Да. Угу. Бежим налево сначала, потом направо. Потом опять направо на этого, джиналая. И потом на кошатницу. Блять, нужен плащик и кольцо, и все, мне. Плащик мне нужен. Плащик и кольцо, нахуй. И больше нихуя нет. У меня 239-й плащ, нахуй. Сама таки себе. У меня перекап меткости, тем более. Шотки сай сама. Да, уйдет чужой горе, мне почти нужно. Тебе там хороший так, знаешь. Ну, будет лучше. На копейки? Да. Там копейка, там копейка. Вот мне он нормально достал. А плащ никто не хочет себе, что ли? Костерский. Мне вот надо вообще все. И плащ, и дробяшку. Что только не надо. Но меня никто паладином не берет. Нам плащи еще ни разу не падали. Нам упал, я не сролила. Нам не падал ни с этого, блядь. Ни с первого, ни второго рели. Каски там Юля вроде бы. Да. Есть там все каски. Это. Да. Все.
Настя на кольцо упала, все сразу там заукали в дискорде. Да. Так у нас, а у нас кольцо, у нас кольцо два раза падало во втором рейде, в первом типа не падало, Настя. Ну, которая сила крит. Нам все время падает с меткостью из ПД вот этого ебанская. Все, лови дермит бомбов. Че он стоит? Этот забагался, да? Все нормально. Да, он забагался. Он идет, идет. Окей. Блять, тринкеты поменяли, ДПС очень сильно обнесло. Типа, прям пиздец. Мне бы пригу череп и было бы вообще прям соску. Вместо этой хуйни на хосту. Азов, Азов зайдет? Так ли сразу? Ну, не очень. Ну, можно, но типа получше, чем это. Побежали. Дермич вперед. Ну, типа, получше, чем вот эти триньи, которые у меня сейчас. Но он будет там на АП как-никак пропать. Дермич, прожмись, дермич, прожмись. Батя, хорош, батя где-то в начале. Ну да, я в начале. Батя. Заново, походу. Угу. Ой, блядь. Падайте быстрее, падайте. Black Dark, умри, пожалуйста. Не надо бежать, он видит. Black Dark, солнышко, пойди умри. Мы будем заново проходить эту всю хуйню. Перезапустить. Обновлять. Ага. Выйдите, пожалуйста, все с места. Выйдите, пожалуйста, с места. Тут забафаемся. Выйдите, пожалуйста, с инста. Спасибо. Все поменял? Можно заходить. Да. Все, все хуйня. Войд, блядь, берешь и хватаешь нахуй. И все время этой хуйней занимаешься. Ебалый в рот, такие типа пробежки, на. Угу. Батюшка, как-то умудрился умереть, блять. Первый раз. Вот налево самое проще всего бежать. Как можно умереть, я хуй его знает. Клюнули меня, убежал. Я еще понимаю, там направо с балкона могут шотнуть. Но вот здесь это самый простой путь, когда добежать, чтобы не сдохнуть. Не знаю, как запускай можно было умереть. 30 секунд, это обычно. Ну хуй знает. Я даже доспех переключил на демонический, чтобы не было тика от хила. Не надо ему СС. СС на медведя, на второго. Типа сейчас не надо. Пум-пум-пум. Я тапки забрал, эти как они называются, крит-хостовые на приста. Поздравляем. Да пиздец. Голубая, розовые лисички четкие, а желтая стрёмная. А еще желтая есть, нихуя себе. Да, есть. Ну, я на Форбсе видела у одного человека, но вообще очень такая чуханская. Так, желтая это ж степная, они ж летающие только эти, блядь, розовые и голубые. Нет, они все летают. Да, мне кажется, да. А да, желтая тоже летает? Желтая прям один в один, как вот эта, не степная, а именно вот эти вот лисицы. Не упал. Да, вот такая же. Их три рассылки, вот розовый, голубой и желтый. А чё ты на лесу пересел? Ты же давно на ней не бегал. А у меня смотри, какой мишка есть. В образе. С колючками, как у Войда. Такой мишка есть у всех.
Ну так крутой, да? У меня тоже лисица есть. Красивая, розовая вот. Какая? Вот. Оп. Победила хочу. Я вообще уже нихуя не хочу. Непобедимые на всех персах были на циркуле. Ай, не только. Фиолетовый не за первое убийство, а фиолетовый мне вон больше нравится. Это грозовая ворона. Фиолетовые у всех были, но факт в том, что, типа, во-первых, сама моделька охуенная у маунта. Mm-hmm. Во-вторых, маунт с историей, мне кажется, больше такой. Так у Насти вон тоже есть шквал, нахуй, можно сказать, блядь. Красивый, блядь. Долгонок, топ, да. Блядь! Забери его нахуй с меня! И инвиз, инвиз. А, блядь, это баг какой. Там баг такой, он, что... Он стал АФК нахуй. Он еще не убил, блядь, гандон, блядь. Там не таунтятся какие-то мобы. Где первые, походу. Один таунтится, второй, вон, видишь, он... Я ваниш нажал, он стал АФК просто. Ему поп. Шишек накурился, нахуй. Какая-то, блядь. Под шишками, блядь. Вчера боешек налутали, видели, да? Пока багруха не упала. А Майя, молодцы. Войд, хватай быстрее, дремещай, чувак. Речь. И побежал там. Покорять просторы Изуламан. Все вперед. Угу, все, бегите. Аран, Вася, Аран. Может, диван не придется давать, я нормально шнурую. Так. Я пробежал, заебись. Батя? Батя пробежал нормально. Хорош. Ты нажмешь маню? Да. Скажите, как только падать. Не подходите ко мне. Не подходите только ко мне. Че, падать можно? Да, можно падать. Но... Сейчас меня разъебет этот моб. Он кастует какую-то хуйню у меня. Все, убил. На вас бой там, на вас бой показывают. Улещит. Так я ничего не умею. Сейчас прибегут. Они за тобой побежали. О, опять бой. Что за бред повесился? Ну бой, да, блять. Вот на хулищит на бой. Не да, заходи, показывает. Не заходи в инс пока просто. На ринда, на мейклав, блять. Все вроде, да? Mm-hmm. Да, терпи. На рендже лучше в холике стоять, да? Да. Да. Да, это, иннеры там, берегите. Угу. Шкаф ставь. Два иннера есть, не переживай. И два гимна. Вообще какие бомба. Гимна? Ну, гимна. На ману. Дермича сумой. Ой, фьюри сумой. Все, рыбу хавать. Фулба. Речь. И погнать. Давайте быстрее. Кулак друидом, пожалуйста. Настя, кулачок. Кок. Первый трикси в дремичаном, потом по тебе по Серега покинет. Поехали, дремич. Да что за промахи? Жесть какая-то. Блять, к
Как может быть промах, когда у меня меткости 13,5%, блядь, жесткий перекат. Это вообще нахуй законно, блядь? Да. Ёбаный высерус, нахуй. У меня магии вообще нихуя нету. Все, физан, блядь. Промах, блядь. 14% меткости почти. Левая рука, я отвечу. В центр сбежались. Не помню. Разбежались. Здорово. Центр разбежались. Все, разбежались, набирали раньше. Правильно, туда этого мага Серёг. Блять, у вас так уж. Дермич, да, избаунд? Нормально. В центр сбежались? Нет, к бате. Ой, к Вальмаре в череп быстрее. Все нормально, разошлись. Давай, Инр. Все, в череп добежались. Понятно. Все, разошлись нормально. Добивайте. Почему-то пока отказываемся, потом пораним. Бяшка, ведь только с этого босса, да? Идем, умираем, а? Бяшка, только с этого босса? Да. Бивнилом, который мне уже не нужен. И больше никому, в принципе, не нужен. Все, заходим, мы смотрим, на ком комбо, сразу выходить. Проверяйте комбо, есть ли у нас или нет. Жестко. Так я же говорю, Вальмар, ТЦ теперь вообще мусор нахуй не нужный. Берешь трихолипало и все заебись.
это еще что, типа, кто шарит? Я вот еще не привыкла просто. Там, наверное, можно вообще ветер делать. У меня еще макрос багается. Мне макрос мальчишки сделали через... Ну, чтоб я по воду через макрос хилила. Но он у меня багается. Я пол рейда не использую почти. Приходится вручную нажимать. Давайте прохилились быстрее. Прохилились. И аккуратно пробегаем по этой стороне. Вот чуть печеньки там, где целитель вот стоит. Всю эту хуйню, чтобы балкона не смогли. Заход. Давай, ход фотой. Уже, все, уже. Побежали. Дермич, дермич. Чувава вперед. Батя. У нас батя, походу, завис. А нет. Беги, беги. Диван есть, нету? Да, да, да. Есть. Батя, чтоб добежал только, блядь. Он бежит самый последний. Да, диван. Чё, падай? Да, диван. Я ваниш нажал, так что похуй. Срез. Все падает. Там масрез, правда, когда еще. Не, дай диван, потом пизду, там масрез когда. Дали диван? Нет. Блять, масрез 2 минуты еще когда нахуй. Эх, хули. Ясно, понятно. Ну, рез не меня, у меня нет. А, у тебя у самого, я понял. Ждите. Что я могу вам сказать? Ставь перекур. Блять, надо было нож нахуй взять. Сука, чуть я все время забыл. Правда, не 100% шанс, но может бы срабатывал иногда. Все потом кто поставит, или можно сходить сейчас починиться лучше? Да. Поставим. 40 секунд. Да, 40 секунд. Две палки, это типа идти сначала на... А, ребята, а плащ падает только с первого сундука, да? Хуй знает. Или он может со второго тоже упасть. С первого. Хуен. Вот в сути только с первого пишет. Нихуя. В прошлый раз упал он бивнилом, блядь, и троллейбой, нахуй. Сейчас вот тоже бивнилом упал. Да-да, пишет, что бивнилом падает с двух сундуков, а он сейчас упал. Да я хуй знаю. Шкаф тыкните. Сумать. Давайте быстрее. Просто там порядок боссов не тот. Может, мы сундуки перепутали? Типа, это не первый. Тот босс, которого мы убили... Все время, не знаю, все время так ходили, блядь, слева направо, нахуй. Всегда так было. Не, типа, я имею в виду... На 4 сундука так ходится. Я имею в виду описание лута сундука. Типа, тот второй считается, который мы сейчас убили. Не знаю, похуй. Единственное, что можно ходить еще сразу на кошатницу. А потом, типа, на киллзона, на медведя и на джинлая, если на 4 сундука. Все, поехали, целители в первую очередь. Настя, аккуратно под лицо не подойди. К этим. И не срывайте агро, блядь. Кливнут, блядь, ебальник сломают сразу. Блядь, там тотем нахуй. Ну, Дермич, ну сведи, пожалуйста, братик. В
Второго бейте целителя. Дип не давай, я сам застаню потом этого. Здесь. ТТМ. Блять, ТТМ никто не сбивает. Звездочку бейте. Охуенный клиф. Кто стан будет давать? Ой, блядь, дай БР мне. Звездочке нужен стан. Я сам дам. Какой-то клиф, блядь, сломанный нахуй. Он не должен был так клевать. Сейчас после моба 10 секунд рыбу поем. Угу. Дайте рыба в пароль. Три секунды. Можно в мелизоне стоять? Можно. Все готов. Поехали. Очень скоро вы умрете. Сейчас на Настю понапуливаю еще, блядь. Настя, топ дэмэдж даст. Да, Настя. Или не дашь топ DPC. Ну я же триксую. Сейчас буду. 15% дамага, так. Давай на сову. Не, Настя триксует пакет. О. Ебать, заебала она рычать, но моделька. Хотели разбудить во мне зверя. Вам это ум.
Хуета. Да. Опас, опакс. Давайте садимся на маунта и побежим до дерева часа. Садимся на маунта быстрее и бежим до дерева. Не надо, СС. Не надо, все, побежали вперед. Хотя, не, мы у нас все заебись. Побежим до конца. Зря ему отдали сейчас рано. Я могу вступить ауру. Отдай ауру. Юля, возьми ауру на этот. На скорость бега и нажми ему прямо сейчас. Сейчас дермич прожимайся на следующей пачке. Все, давай, все кулдаун. Все, вот тут около дерева умираю. Все, умирайте все. Я съебусь, Ваниш. Блять, комбат не сбросился. Диван? Да. Настя кинула меня. Какие-то конченые мобы. Не хотят Ванишем скинулась нормально. Смотрец никогда. Когда я еще смотрю? 20 секунд. Вот и нету. Там только на Благдарке нет. На остальных КД. На Благбат сразу рез. Я ринду буду резать. Шкаф надо поставить. Поэтому лок лучше. Первым. Что там, лок с вами? А, ну все. Да. И лока, блядь, самым последним. И нет. Ну, пред последним. Ворчи. Чувак, смотри, тыкните. Не стойте АФК, ребят. Вальмора потом суммон. Вы тоже там помогаете суммонить, а не стойте АФК. Да. Спасибо. Дармича. Дармича уже суммонали. Война. Все. Все, рыбу кушайте быстрее. Бафаемся и поехали. По центру лестницы. Справа-слева мобов не заденьте. Забирай эту конскую ауру. Все, пошлите. На нем это баф, баф здесь спать. Те, кто в себе не уверен, бегайте везде. Так, а те, кто уверен, но не знает, что делать в том плане, что как вы тут диспелите? Да, ну, типа, перестань диспелит, ты главный хил. Окей. Чувал собирает раш. Дермич босс. И не стойте в одном фрейме все, чтобы конусом не задевало всех этой хуйни. Три, два, поехали. Маба, залейте звездочку все быстрее. Еще бомба будет первая.
Блять. Ты чё за хуйня? Чё я бить не могу? Найс, предлагал жить. Чё там, когда трэш? А, там ещё. По трэшу все поехали. Чувак, прохил и диспел максимально. Прохил, прохил. Аккуратно. Не умрите. Чувак, не проебите, пожалуйста. Резать ее. Да. Чувак, прохил быстрее, чувак, подняли. Больше ДПС по трэшу, хули вы не дамажите, блядь. Там уже новый, блядь, пошел. Перебафните паладин. Сейчас бомбы будут. Готовьтесь, бомбы. Солнце, бегай во мне. Трэш, поехали все. Не на поле. Следующих тоже. Какие-нибудь зубы нет прожима, какие-нибудь прощевые. Нормально. Этот. Юля, нажми каплю на него и забавлю. Кого, на дермича? Не, на чувак. Да уже все, забей. Okay. Похуй. Так, бомба аккуратно, бежали. Последний трэш добили. Сюда иди, Настя. Вот ты побежала. Не бегай так. Блядь, да знаю, я просто что ты был с фатальным был взрывом, блядь. Что ты ко мне пристал. Инер. Я по себе въебал. Зря. Тоже минут КД давал. Ну там, может, кто-то на ману ебанет. Ладно, я пока так по регине. Успел. Мама, мне пизда. Там, блядь, бить можно, нахуй. Чё я, блядь, какие планы стоял? Было очень опасно. В вагоне. Охуенно, мне триксы замагались. Пиздец. Ого. 27 тысяч мне дыхание задуло. Ладно, я тут ДЦ в соло хилила, уж добить. Слабое получается. Получается. Там под боссом можно стоять бить, если что, под боссом нету идти. Так нет, меня дыханием задули. Да я не это, это я Насте вообще говорил, что можно под боссом стоять бить. На. ГЦ Вальмора, блядь. ГЦ, нихуя себе. ГЦ, хороший колечек. Мега охуенная. За ним престом хожу, но не падает. Такой еще зелененький, красивенький. Не сагрись.
Аккуратно. Все, стойте тут, в звезде. Стойте в звезде. Да, ЗСД. Это... Главное, чтобы танк выпил, остальные похуй. Так, хотаю, да? Хотаю, да, хотаю. Когда еще 10 секунд? Кого когда? Ну, на зелье его нет. Ну, ждите, пейте. Давайте. 5. Это пьете зелье на счет этого. Да, да, да. 3, 2, 1. Пейте зелье, садитесь на маунт. Все, побежали, дремище, чего вперед. Ну, нахуй застанило. Походу они переработали трэш, блядь, чтоб ЗСДС там проходит. Там магия должна проходить. Если магический задан. Стан это не магия. Не, там, типа, это может. Это кошки. Вот Половский. Блять, ну это обычный стан, понимаешь? Ну. А. Типа, блять, он даже вайсбаунд проходит. Они переработали с этим трэшем. Хуйня полная. Не должно так быть. Вы пробежали? А, нам не диван. Без масреса сейчас резаем в пизду. Если на этот оставим масрез. Ебалый его рот. Умирайте. А ты сразу мог сказать, я батя, блядь, диван дала? Я сказал без масреса, а не без дивана. Просто резаем. А как я резал? А, блядь. Ну ладно, хуй с ним. Тратим масрез-то. Шкаф ставь, а не резай. Так вы с ума не... О, блядь, на мне бой ебать. Умри? Нет? Меня сейчас снаружи пидоры запиздят какие-то вот уёбки нахуй тупые. Так выйди, блядь, с инста нахуй. Вышел с инста, и тут пидоры меня отпиздили какие-то. Блядь. Да ладно, рядышком тут бежать недалеко, пофиг. Угу. Постой тут. Да, короче, шкаф уже поставили, да? Сейчас я посмотрю, сколько там нарез время. 14 секунд сейчас. Че, если сейчас будем вешать на кого-то? Да, на себя повесь. Так у вас масс-рез КД есть, опять же будет. Ну, типа, я не подниму никого. Главное, чтобы ты добежал. Или на Уринда бабл есть, если что. У Майклав тоже, которые могут бабл дожать и дать диван. В бабле. У меня диван. Сразу бежим, правильно, до босса? Да, чё? Сразу бежим до босса. Напоминаю, там дырявая лестница, поэтому смотрите аккуратно. Серый, а чё ты не сумонишься? А мне нету сумона. А я сумонил тебя. Призыв начал, ждите ответ. Ебаный рот. Может, я в этот момент зашел внутрь, я был снаружи. Ладно, выхожу. Четыре раза самонишь. Призыв начал, ждите ответа. Релогнись, пожалуйста. Жди. Релог не помогает, надо выйти, зайти. Ну, надо выйти, зайти, да. Уже. Сейчас больше. Ну, побежать мы не будем рисковать. Захожу. Сразу тык. Сразу тык. Да, сразу тык. Ебать, вы жесткие нахуй. 10 человек сволит. На хп бафните, главное. Сейчас он еще тут не появился. Звезду подошли. Да, я принял. Ну это прогрузка вначале. На хп бафните, в звезду подойдите. Сейчас я пить. Сейчас захотаю. Подожди, а тут за СД надо пить? Надо. Все, захотал. Все, три. Пейте за СД все. Пейте все за СД, выпили. Сели на маунт. Все, сели на маунт. Побежали, дерьми чувак вперед. Батя, в центре беги всегда где-нибудь. И смотри аккуратно там, бог есть по возможности бегать. Дермич там на лестнице прожмись, главное. Все, вот прожимайся на этой пачке. Максимально все прожми. Все, все кулдауны. Направо забегаем. Умираем там в углу. Диван дали? Алан.
Все отлично, похолишь эту вижу. Умирайте, остальные. Ой, это можешь умирать тоже. Я уже умер. Тоже умер. Пойдет. Есть шкаф ставь, не стой. Холи, интересно, что цвет не сразу. Вальмару сумань. У кого джиф есть, поставьте по-быстрому. Дармича сумань. Блять, я не могу тыкнуть, ты так стал. Попасть не могу. Ой, пизду. Как порезал всех, кого я хотела. Вы тут? Да. Все, хавайте рыбу. Хавайте рыбу в клубах. Звучало как неудачный секс, но ты так встал. Попасть не могу, блядь. Дживс есть у кого-нибудь? Нету? Нету, значит, либо бежишься. Я вижу сам. Пошлите. Аккуратно. Вальмур пустите. Сломан полностью. Ну и что сделать, блядь, если ни у кого нету джифса? Высрать мне его или что? Тпхнуться в Долоран, починиться, засумониться. Не, не вариант? Просто я не понимаю, почему я не сломался нахуй. Да, тпшнуться лучше, быстрее будет. Да не надо, поехали. Захили. 16 хп пойдет. Давай, пуляй. Охуенно вы спулили, ребята. Вообще идеально. Я бы сказал. Трэш заберите, пожалуйста. Сука. По трэшу играйте все. Гениально. Второго моба. Рысь. Тотем. Я по тотему позбиваю, главное рысь бить. А мне кто кастикает? Тотем, когда появляется, он кастикает. Короче, давай наш. Может, на лёд. Там как только тотем появляется, он сразу типа каски кидает, прям сразу. Типа фейкнуть вообще нереально. Можно, просто ничего не кастишь и все. Как только ты мониторишь, как он появляется, там он первую сразу же секунду появления дает, типа каст. Просто мониторить надо смотреть, когда тотем появляется. Только появился, сразу через секунду каст кидает. А кто все эти палочки-то вымирал? Не знаю, рысь. Я отказываюсь. У меня ни одной нет. Вы приезжаете, что ли? Это вдруг появится мой цвет. Босса сначала убить, потом будете пропануть. А кто пулял? Ты Сера или Дермич? Не знаю, мы, наверное, одновременно пульнули. Понятно. Это... Ну и вот таунтить. Кинул волшебный огонь, а что-то все побежали. Вальмара, мне диспелить или ты сам? Да пускай сам диспелит. Все равно слом. Еще одну кошку последнюю.
Бах. Вальмора, бах. Рисую, рисую, рисую. Хилю, хилю. Блять. Сколько там до берсы? На берсу не убираем случайно из-за моба? Да не, не должны. Блять, тотем. Холич, ебани на ману ему. Инер 20 секунд. Ну все, мы почти уже добили. Кошка последняя, там дальше босс до туннеля. Все, босс до туннеля. Потом... Нормально, он тут сейчас клеймал, блядь. Я только, съебал, я только подумал. Думаю, сейчас выйду из формы, дам иннер и быстро назад. Думаю, блин, а вдруг клевнет? Я ж такой весь лучший. И тут через 2 секунды он клевнет. Это вот всегда так. Я тут несколько... Хорошо, что не вышел. Хорошо, что не вышел. Да. Боты. Юля, можешь забрать себе бисовый нарытрик. Да, спасибо. Ну, медвежку самую, сами рольте. Ну, кто вырулит, тот вырулит. Ну, через кубики. Сразу. Вы тут умираете и дальше. Кирюха, дашь, да, перерыв минутки две? Да, конечно, но мы все время после 4 сундуков покажем. Идите покурить. С мишкой. Че, подохнуть или тут прям отойти? Да можете тут отойти, потом сдохну. Не важно. Зовом сверху. Потом лут разрыв. Вообще будет круто. Ну...